Вот я и сделал австралийские подтягивания тремя разными хватами, широким, на спину средним и узким. Погода отличная, время 11:56 по Японии. Сейчас присяду, отдохну на детскую карусель, на которой моя дочь очень много времени провела, ходя в детский сад, который уже разрушили и перестроили. По-моему, сегодня 9, скорее, или 10 декабря. Даже дыхание сбилось. Может быть, крутануться разок. Девушки тоже уже уезжают, какие-то школьницы здесь немножко играли в футбол. Это была площадка детского сада несколько лет назад. Девочки садятся на свои велосипеды и отправляются в путь. Я тоже приехал на велосипеде. Сегодня у меня была чистка зубов у дантиста. Вот, и я уже отстрелялся. С чистой душой вышел от него, зубы почистил. Чувствую себя прекрасно. Гора с плеч. Не люблю зубных, но возраст заставляет это делать. Довольно-таки регулярно их посещать. Держать не только физическую форму. Фу, хорошо, сегодня вообще нет ветра. Очень тихо и спокойно. На небе не облачко. Сакуры, которые меня окружают, тут со всех сторон, а весной очень красиво цветет. Полностью облетели уже листочки. Хотя на улице, ну не знаю, сегодня плюс, наверное, 13 или 15 точно есть. Сегодня еще не включал компьютер, не смотрел, какая погода. И на градусник не смотрел, не ходил в мастерскую пока еще. Просыпаюсь не рано. И даже не рано встать, мне очень почему-то сложно отлипнуть от подушки. Сейчас, наверное, еще как-нибудь подтянусь, отожмусь. И постепенно буду двигать в сторону своей мастерской. Тогда прощаюсь с вами, мои дорогие. Пока-пока.